Здравствуйте, друзья. У нас Таня Богданова сегодня должна выступать, значит, там на вопросы отвечать. И к нам пришла гостья неожиданная. Да. Как зовут неожиданную? Меня зовут Катя. Всем здравствуйте. Откуда вы, Катя? Сама я из Украины. Откуда? Западный город Львов. Так. Да. Таня Богданова нам помогала делать визы. С Украины? Сюда. Да, с Украины. А, то есть она может с Украины тоже? Ну, как бы да, наверное. Так. Я сейчас не знаю, я не могу за нее отвечать, но она нам делала. Давно было-то? Это было 2 года назад. Так вы что, пришли и цветочки принесли? А я пришла, потому что вот мы все это время жили в Нью-Йорке и только сейчас переехали сюда. Угу. Мы еще с Таней не виделись. Но вы... Я была очень рада услышать, что она будет здесь, в нашей стране. Но вы легализовались как-то за это время или в процессе? Да. Все уже? Да. Ну, молодцы, поздравляю. Да. Так вы теперь живете тут? Мы живем в Баутинью, буквально 10 минут от школы. Я вот самого утречка. Так вы сказали, что вы в Таргете работаете? Да. На фронт-деск? Да. То есть это что, обмен какой-то или что вы делаете? Это, ну, как бы да, как бы, даже не знаю. Guest service. Mm-hmm. То есть вы по-английски освоились? Да. То есть во Львове там все, небось, по-английски только разговаривают? Нет такого? Ну, нет такого. А как же так, вы... чтобы все на школе учат хорошо. А как же вы так хорошо по-русски говорите? У вас родной язык какой? Родной украинский. То есть можете? Да, могу. Легко? Можу, легко. Так, ну что же, ладно. Так, а муж что делает? А муж работает в BlackBerry. То есть такой технический человек? Технический. Инженерный? Да. Ну, ладно. Так что, вы пришли передать цветочки? А я пришла вот Тане передать маленький, как бы благодарственный подарочек, потому что мы еще с ней не виделись. Так подождите, а как же, а передать ей? Там конвертик есть, да? А там... это открыточка. Открыточка, да, она поймет, от она кого. Она поймет, да. Ну хорошо, она ладно. Очень... Ребята, я всем рекомендую, вот я в комментариях вчера читала под вашим видео, зачем обращаться, если можно на форуме почитать, все самому, неправда. После второго отказа вы побежите искать, кто вам сделает правильно. У вас было 2 отказа? Нет, у нас не было, мы сразу сделали правильно. Окей, хорошо. А знаете, а пишут вот, а зачем вообще, говорит, в школе учиться там, если можно на интернете вся информация есть? Это тоже неправда. Ну, дело не в этом, но если человек может и хочет. Мы на самом деле для тех, кто учится сам, мы столько видео повесили, вот мы в классе снимаем, вывешиваем. Ну, мы не все вывешиваем. Я все это смотрела. А вы интересуетесь тестированием? Безусловно. То есть вы наш человек? Я ваш человек, надеюсь, очень скоро. Все, ладно, тогда мы вас отпускаем. Да, спасибо. Вот. Да, Тане большой привет от меня передадите. И букет. И букет, да. Все, счастливо. До свидания. Давайте.